Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы обсудить с вами тему, касающуюся ежедневных занятий трубача. Очень много вопросов мне задают на эту тему, очень много спрашивают, что я могу порекомендовать. Это очень индивидуальная тема, и зачастую сам музыкант, в зависимости от условий, в которых он поставлен, по работе, по нагрузке, должен выбирать для себя оптимальную систему ежедневных упражнений. Многие просят показать мою систему, по которой я занимаюсь сам. Обычно я начинаю свой день с упражнения для раскрытия горла, для дыхания. Это одно из упражнений, которое мы освещали и с Павлом Жулиным, и я про него отдельно рассказывал. Это создавать в горле теплый выдох или шип, или как вам будет удобно, состояние зевка, и туда и обратно воздух. Надо следить, чтобы не менялся тон, который есть у горла, звук на вдохе и выдохе. И надо следить за тем, как дыхание поступает вниз живота, потом поднимается. То есть это, грубо говоря, это плавный вдох, плавный выдох с раскрытой гортанью. Гортань в состоянии зевка, как бы. Можно подыгрывать себе на пианино или на электро какой-нибудь самоиграйке, вот как у меня. Можно записать это упражнение на пианино, потом играть самому. В общем, как вам удобнее, какие есть возможности. Если есть возможность поиграть сейчас, то лучше, наверное, это сделать так. Гаммы я играю для того, чтобы гортань формировала правильный тон. Как вы знаете, у этого шипа в горле есть тон. Можно играть на весь диапазон инструментов в среднем, 5-10 минут, не больше. Нужно еще обращать внимание на то, что поначалу это упражнение может вызывать некое головокружение. Это связано с насыщением организма кислородом, с перенасыщением организма кислородом, и иногда действительно может закружиться голова. Следующее упражнение, оно как будто бы продолжение этого первого, да, вы оставляете правильный выдох, но теперь на этом выдохе нужно смыкать и размыкать челюсть. То есть это упражнение, которое называется воздух-звук. Мы как-то обсуждали с вами это. Я не буду останавливаться на тонкостях этого упражнения. И в видео с Павлом Жулиным, и в видео в моем личном вы найдете подробное описание этого упражнения. И звучит оно вот таким вот образом. Напоминаю про вдох носом, пускай долгий, но чтобы держать аппарат в одинаковом состоянии, вдох лучше делать носом первое время.
и, соответственно, так на весь диапазон, который у вас в данный момент получается вверх и потом вниз. То есть надо обязательно отрабатывать весь диапазон в данный момент получающийся у вас. Следующее упражнение – это квинты. Первая модификация этого упражнения, когда вы произносите хи-хи-хи-хи. Обязательно соединять эту квинту и соединять ее гаммой хи-хи-хи-хи-хи. То есть у вас должно звучать внутри хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. И так вы это делаете на протяжении всего диапазона, захватывая весь диапазон, который в данный момент у вас получается, наверх и вниз. И вторая модификация этого упражнения – это слог хи-хо. То есть вы должны делать следующее. Хи-хо-хо-хо-хо-хо. Важность этих двух слогов мы обсуждали в одном из предыдущих видео. Я не буду на этом останавливаться, скажу, что отрабатывать эти два слога нужно каждый день и вот во всевозможных модификациях. Одну из них, вот это упражнение квинта с соединениями, можно делать также со слогом хи-хо. То есть фактически у вас должно звучать хи-хо, хи-хо, хо, 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 хо. Напоминаю, что и это упражнение нужно делать на весь диапазон, который у вас получается, наверх и вниз. Дальше. Все те же самые упражнения, воздух, звук и квинты с соединениями, я делаю на тромбоновом мундштуке. Я использую тромбоновый мундштук, чтобы при занятиях задействовать как можно больше групп мышц, которые участвуют в извлечении звука на трубе. Напоминаю о том, что все эти упражнения нужно делать на весь диапазон, в данный момент получающийся у вас, и очень важно соблюдать вдох носом. И упражнение на квинты соединениями. Можно использовать слог
хи-хи, как я сейчас сделал, можно использовать слог хи-хо. Так на весь диапазон в данный момент получающийся у вас. Дальше я все то же самое делаю на трубном мундштуке. Воздух, звук. Дальше мы переходим к квинтам с соединением на слоге хи-хи. Так на весь диапазон инструмента. Дальше то же самое упражнение со слогом хи-хо. Напоминаю про важность вдоха носом, и все эти упражнения нужно делать на весь диапазон инструмента, который у вас в данный момент получается.